Ситуация в Донецке остается напряженной. По-прежнему под обстрелом все городские окраины. По предварительным данным, в Киевском районе снаряды попали в дома по улице Чапаева и Путиловской. В Петровском районе зафиксировано попадание в 4 дома по улице Щипачева. Дома по улицам Былинная, Сафонова, Гастелло, Косарева, Безлесная, 40-летие Украины, Соколовского, Архитекторов, Автодорожная, Композиторов, Карамзина, Правоугольская, Малышева, Дыбенко, Полбина, Кирпично-Заводская, Дальневосточная. На улице Шостаковича 2 человека погибли, 1 ранен. В Куйбышевском районе разрушением подверглись дома по улицам 60-летия СССР, Читинской, Спартака, Кремлевскому проспекту. В Кировском районе снаряды попали в крышу трехэтажного дома по улице Сухумской и в частный дом по улице Пензенской.